А у режиссера всегда есть выбор. И да, они всегда, вот, всегда выбирают. Давайте мы все-таки «Королю Мадагаскара». Да, давайте. Это фильм про что? Кто снимает? Да, и нас... опять же, главный вопрос, как вы туда попали? Как я туда попала? Попала туда интересно. Сперва, Оль, расскажите, что это за фильм? Это история про то, как... про экспедицию Петра Первого на Мадагаскар. Вообще, эта история, она очень «Пираты Карибского моря», но только в русской конве и более с таким интересным сюжетом. Но, то есть там с элементами фэнтези будет всякая какая-то? Нет, фэнтези там как раз не будет, да, но там будет приключенческая история про пиратов. Вот, и... Ну, сюжет я не буду рассказывать, потому что если я расскажу сюжет, кто пойдет в кино, зачем? История интересная про то, как я туда попала, потому что режиссер нашел меня на Фейсбуке. Вот, да, сейчас так бывает тоже. Он мне написал письмо. Я сначала не поверила, я подумала, что это какая-то такая, ну, странная разводка, извиняюсь за слово. Ну, конечно, типа... я думаю, что поклонники-то достаточно часто пишут, заходят через соцсети. Поэтому я проверила в интернете. Потом я нашла, что в этом фильме будет сниматься Сергей Чинишвили. А мы с ним когда-то снимались вместе. Я ему просто написала и позвонила. Я перебью. Снимались вместе когда? Мы снимались в «Точка возврата». У нас был такой, ну, телемувик такой фильм. Вот. И я ему позвонила, говорю: «Сереж, это правда? Ты там действительно снимаешься?» Он мне говорит: «Да, я там действительно снимаюсь». Он говорит: «Да, очень хорошая история, обязательно сходи». Вот я написала режиссеру, что да, я с удовольствием схожу на пробы. Потом мне прислали текст. И текст оказался на английском языке. Причем текста было очень много. Вот какая-то вот такая. Я говорю: «А зачем нам так много текста на пробу?» Он говорит: «Нам надо посмотреть, насколько хорошо ты бегло владеешь языком». Я говорю: «Хорошо». Так это фильм будет на языке? Нет, фильм будет на русском, но моя героиня, она как бы, такая, она, ну, как бы правильно характеризовать. Она шпионка, так. Авантюристка. И просто красавица. Она скромная, очень красавица. Вот. И, собственно, я выучила текст. Пришла сначала с одним партнером, мы, значит, пробовались. Потом пробовались с еще одним партнером. А вы имен не называете или не помните? Нет, почему? Я могу назвать имена. Просто один из них, это был Иван Левин, но он мне подыгрывал. Он вообще на другую роль утвержден. Он мне просто подыгрывал. Но он потрясающе подыгрывал, поэтому я думаю, что, конечно, часть там успеха от него зависела 100%. Очень важно, когда у тебя хороший партнер в кино. Это правда. Ну, это правда, потому что... Не только про кино, правда. Это вообще хорошо, да. И потом я еще ходила на пробы по фехтованию. Пришла я, пришел, значит, педагог по фехтованию, пришел постановщик трюков, и они все дружно с режиссером смотрели, насколько вообще физически могу я или не могу я, потому что там есть куча трюков, которые там, она прыгает с кареты там, или там, не знаю, фехтует на корабле. Все без каскадеров делается? Нет, вообще каскадеры, конечно, есть обычно. Понятно, что, да, сказать, что как Том Круз, я делаю все сама, ну, нет, конечно. Но есть вещи, которые физически будут некрасиво выглядеть в кадре. Я могу это сделать сама, но мне для этого нужны там не год тренировки. Мне кажется, да? Все, что вы будете делать сама, будет очень красиво в кадре. Нет, ну там есть вопросы, поэтому... Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».